24 июня состоится заседание Высшего экономического совета. Члены правительства, эксперты, руководители крупных предприятий, финансисты обсудят индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии на ближайшие 5 лет. Очень важно обсудить этот документ всесторонне. И хотел бы, чтобы максимум наших жителей республики приняли участие в обсуждении этого проекта программы, потому что очень важно учесть мнение жителей республики, мнение наших экспертов. И дальше можно было бы, опираясь в том числе на мнение наших граждан, работать более уверенно и понимать о том, что документ отвечает чаяниям жителей Чувашской республики.